Итак, как подшить низ шифонного или шелкового платья? Существует несколько способов. Один из способов, чтобы вот не подгибать здесь сантиметр, а буквально расположить ткань между лапками, чтобы она шла чуть выше лапок, и прокладывать зигзаг, чтобы потом никакого края не обрезать. Его просто здесь никакого края ткани не будет свободного. Но, конечно, не каждую ткань получается обработать таким образом. Если ткань сильно сыпучая, у вас это не получится. Ну, если нет у вас опыта совсем, тоже это не получится. Так получается. Никакой ткани здесь лишней нет. Обрезать даже и не надо. Зигзаг почти на пятерочку, а этот регулятор строчки близко к нулю. Вот так у нас получилось с изнаночной стороны. Никакой ткани нет, обрезать ничего не надо. Теперь покажу другой метод. Так, это непосредственно, когда мы делаем подгибку, примерно сантиметр, и прокладываем зигзаг по краю. Ну и потом эту лишнюю ткань просто обрезаем. Но обрезать надо аккуратненько, чтобы мы не повредили другую сторону ткани. Приспосабливайтесь с одной или с другой стороны, как вам удобнее. Ножнички возьмите, которые вам удобны. Вот пусть на ножничках будет вот здесь вот толщина. Тогда все-таки будет аккуратнее, вы не порежете свой зигзаг. А если взять маникюрные ножнички, очень ими можно повредить ткань и проткнуть, большая вероятность, и именно повредить сам зигзаг. А когда вот есть толщина, все-таки это лучше, я считаю. Ну, можно еще немножко контрольное обрезание сделать. Если не получилось с первого раза, вот таким образом поубирать лишние ниточки. Ну и сейчас покажу третий способ, как обработать низ изделия зигзагом. Будем использовать леску. Так, вот такая у меня леска. Толстая довольно-таки. Толстая. Можно немножко потоньше брать. Располагаем. Thank you.
по сгибу нашей подгибки ткань натягиваем. И прокладываем зигзаг. Можно накаточком вот так придерживать, чтобы вы были уверены, что леска идет у вас по краю. Раньше такая подгибка была очень в моде, потом как-то прошла. Ну вот, когда шьют детские платья, используют этот метод. Особенно красиво, когда именно низ идет по косой. Ну и так далее. Это у меня просто кусочек ткани, просто чтобы вам показать. Также удаляем лишнюю ткань. Ну и суть в том, что когда, значит, низ по косой, именно вот таким образом будут ложиться такие вот восьмерочки красиво. Видите, какой вот твердый низ у нас и как он играет. Вот, надеюсь, мои подсказочки вам помогут. До свидания, всего доброго.